Всем здравствуйте. Хабаровск. Сегодня у нас четверг. И сегодня у полиции тяжелый день. Много работы. А отец Андрей, он сегодня к 10 часам сюда пришел. Его вчера предупредили, попросили сегодня явиться. И вот с 10 часов утра он, собственно, находится здесь. Предъявляли 212-ю статью Дадинскую за участие в 21 апреля в несанкционированном митинге. Но, судя по всему, отказали в возбуждении уголовного дела и, как водится, перевели все это в административную сферу. Андрей Дмитриевич, как вы? У меня вчера вечером уже получил уже после площади указ, вот этот фотографий указа. Там показано, что я за причастное служение без права ношения свидетельской одежды, без ста. То есть это значит, ну, для самопонимания, что я не имею права совершать никаких действий как священник, только как мирянин, молиться в храме. Вообще, До покаяния. Или то есть, только... Если я ставлю деятельность на площади, то есть перестану участвоваться, то вернуть служение. Вообще в любом храме. Ну, русская православная церковь. Ясно все. А по поводу суда? По поводу суда, да. Скажите. Так как у меня месяц получается сегодня. И он так прежде не измерил риск, как он дал побольше не раскусил. Поэтому прошу прощения, что подвел кого-то. Да что вы, ни в коем случае. Все ходатайства отклонили. Адвоката отклонили, сказали, что не требуется адвокат в данном процессе. А, не требуется адвокат? Да, раз его сейчас нету, то нет необходимости его. Ну, то есть это, естественно, повод для, ну, лишняя возможность, шоу, скажем так, зацепиться, да, за что при апелляции. А, ну, я не знаю, это считается по закону, да, что не обязательно поступать, то есть, Почему такой суровый приговор, 25 суток, как-то вот судья объяснил? Потому что приговоров я тоже был, и они не возымели своего действия, но это он считает, что это более суровый, лучше. То есть да, потому что был штраф, был уже арест 20 суток, а сейчас 25. 20 суток. А какое именно действие должно было произойти, чтобы вас опять не судили? Ну, соответственно, да. Чтобы вы вообще просто никуда не ходили, никак не участвовали, это имел в виду судья. Я отказался от своей позиции гражданской. Есть закон, который предоставляет позволяющий мне действовать. Ну, каким-то мирно, без оружия, отказаться от своей позиции гражданской. Ну и по большому счету вы же не делаете ничего, то есть вы просто стоите на площади и снимаете, ведете эфир. Нет, эфир, это было за 21 апреля, когда 21 законом требования Алексея Навального, что к нему допустили врачи, это закон требования человека, которому поддержали. Ну, в общем, да. То же самое, что такое незаконно, не видели.